Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня закупка продуктов из магазина «Лента». Ездила я туда сама. В общем, закупила всем необходимым. В основном, кстати, ехала немножко, ну, не бытовой химии, бытовые такие всякие купить. И овощи, фрукты. Ну, и давайте вам покажу. Чек, как всегда, будет в конце видео. Так, проверяльщица, самое главное. Вот такая достаточно большая закупка у меня получилась. И еще даже вот здесь. И отсюда давайте мы начнем. Кстати, вон Каспирюша. Кто по нему скучает, сидит. Красавчик. Вот, но давайте начнем отсюда. Во-первых, взяла вот эти наполнители. Мне как-то писали, что не комкуются. Не знаю, девочки, у меня комкуется все отлично. Они мне очень нравятся. Взяла вот две упаковки сразу. И дальше. Туалетную бумагу. Большую упаковку сразу взяла. Салфетки. Вот эти лентовские. Они нам очень нравятся. Классные. Также бумажные полотенца. Я всегда беру XXL рулон. Надолго его хватает. Тоже нравятся. Плотные вот эти. И размер то, что нужно. И также здесь, чтобы не забыть, я взяла вот такой вот для мытья полов. Вот видите, которая устраняет запахи животных и безопасная для животных. В общем, такой беру. Хотя иногда хлоркой мою, честно признаюсь. Также женские штучки, кстати, они мне вот эти лентовские понравились, ничем не хуже тампекса, девочки, так что обратите на них внимание, стоят дешевле. Губки для мытья посуды, беру вот такие лентовские, но они быстро выходят из строя, поэтому часто их нужно менять, поэтому супер взяла. Дальше взяла, давайте вот это, да, зубная паста, зубные щеточки моим мужчинам надо поменять. И здесь у меня еще ватные диски. Вот эти 365 дней, они не прошитые, они самые обычные, но мне они нравятся. Классные и недорогие. Также взяла вот такие контейнеры. Смотрите, какие классные контейнеры. Они еще были по акции, не помню, сколько стоит, ну, 100 с чем-то рублей. В чеке будет видно. Но они прямо, знаете, бывает такой, как дешевый пластик, а они прям классные. Такие серенькие. Прозрачный, в то же время серенький, симпатичный, мне понравилось. И смотрите, какой, как сказать, размер, да, то есть они, получается, такие высокие. Вот, например, гарнир сюда положить, отварили там, не знаю, макарошки положили сюда, или овощи потушили, положили сюда и убрали в холодильник. Супер! Вот, два вот таких я взяла, и два вот таких контейнера взяла. Вот таких вот обычных. Уже классно, крышка хорошо защелкивается, при этом такая достаточно плотная, и вот эта часть у нее прорезиненная. То есть, если в ленте у себя увидите, обязательно возьмите классные, мне кажется, контейнеры пластиковые и недорогие. Особенно вот эти вот прикольненькие. Вот. Так, ну и прошлась я там немножко по косметике, можно так сказать. Во-первых, увидела вот такую корейскую маску, достала ее вот из этой коробочки. Единственное, что это маска-пленка, какая-то с муцином улитки и чем-то там еще. Вот такая вот. Ну, попробую, корейская. Не знаю, стоила она там что-то 290 с чем-то рублей. Ну, я люблю всякие разные масочки, с удовольствием попробую. Также, смотрите, купила себе шампунь и бальзам для волос вот такой. Вы знаете, это производство где-то здесь Алтайский край, город Барнаул. Вообще, я слышала много хороших отзывов про алтайскую косметику. Когда увидела, решила взять. Есть там разные, вот я взяла семенами чиа, есть еще даже с перцем, вот. Сила восстановления. Ну, с перцем я как-то не стала брать, я такое не люблю. Вот. И вот такой вот бальзам. Вроде бы он там даже густой. Не знаю. Ну, в общем, попробую, расскажу, девочки. Также, смотрите, свобода. У меня для Роса свобода. Слушайте, тоже это производство город Москва. Так, это у меня наклеечка сюда наклеилась. Тоже вот такое вот. Не знаю, кому видно. В общем, нажмите паузу, если что. Взяла вот такой гель для душа. Как он приятно пахнет. Земляничкой. Просто земляничка. И вот такой йогурт-крем для тела там нашла. Подтягивающий. Ну, единственное, что вот он там прям такой, мне кажется, как молочко наподобие будет. Но сейчас жарко уже становится, поэтому, я думаю, будет супер. Помните, я как-то покупала в ленте вот этот Дуру и Экс.
как правильно называется вот этот адрес производства, Московская область. Вот, очень понравились вот эти гели для душа и дуру. Вот этот аромат я взяла, девочки, вообще арбузик, прям так приятно пахнет. А вот этот вот больше, наверное, лимончиком таким каким-то пахнет. Ну, наверное, бергамот, вербена, да, такое сочетание очень. Вот этот и этот гель для душа советую всем. Не жидкие они, расход не такой уж и большой, у него достаточно немножко. И вот этот тоже дуру у меня в прошлый раз был такой прозрачный. В общем, советую вот эти гели для душа, они классные. Так, дальше, как всегда, пакетики Шеба и Цезарь, разные вкусы, набрала своим много, чтобы у меня уже было. Ну и давайте сами продукты. Яйца. Взяла две упаковки на еду и на то, чтобы покрасить. Поэтому супер. Куличи я не взяла. Не знаю, может быть, сама испеку в этом году. Посмотрим. Так, фарш. Где-то у меня 400 кило примерно получилось. Домашний. Дальше свинина карбонат. Такой неплохой кусочек. Взяла, он тоже, по-моему, по акции был. Молоко. Уж, несмотря на то, что я в метро заказывала сосиски, увидела вот эти вот молокуши. Не молокуши, а молокуши. Да, правильно вы меня поправляете. Очень вкусные, они очень хорошо хранятся в морозилке. Именно из-за этого я их беру. Супер. Также вот такую вот колбаску взяла. Вот. Что-то сыр я только никакой не взяла. Уже до сыра, видимо, не дошла. Вот такая вот. И вот такая тоже. Колбаска вот эта. Очень вкусная. Дальше немножко молочки. Взяла сливки. Здесь литр получается. Вот такие домик в деревне или 950 грамм. Что-то в этом духе. Ну, литр, можно так сказать. Буду делать сметану из закваски. Дальше взяла вот такие ряженки, две с клубникой. Вкусные они. И вот такие простоквашино топленое лакомство. Это очень вкусно, девочки. Это что-то такое типа пудинга. Ну, в общем, они мне очень понравились. Классно, они сладковатые. Вот. Дальше сгущенку, может, какие блинчики напеку или что-то в этом духе. Взяла творог. Вообще брала на сырнике. Ну, в общем, там по чуть-чуть оставалось, творог был на акции, взяла вот такой, это 2 5%, вот такой я ни разу не пробовала, и такой же 9%, потому что вот это лежала последняя пачка. Масло было на акции на маленькие упаковки, поэтому я взяла сразу две. Дальше, конечно же, я взяла себе вот эту вот имитированную корочку, мою любимую, Балтийский берег, обожаю ее, ем прям не наемся. И еще вот такую вот решила штучку взять, какая-то рыба рубленная, треска, вот такая вот, тоже, наверное, будет вкусно. Вы знаете, я любитель рыбы, и все, что с ней связано. Дальше соусы, взяла сметанный майонез, я всегда покупаю сметанный майонез, он классный, мне очень нравится, в салатики добавлять супер. Сырный соус, вот такая большая упаковка, шашлычный кетчуп и томатный кетчуп. И также вот такой вот соус, тоже он очень вкусный, не только для бутербродов, на мясо, например, реально из маринованных огурчиков сделан, классный. Дальше, давайте по напиткам. Набрала кучу всего, черноголовку, мандарин, тархун. Вот эти соки очень вкусные, нам очень нравятся. И баночки такие прикольные. Смотрите, какие. Их можно оставить. Вот, точнее, я их оставляю. Муж у меня же делает всякие настойки из ягод. Вот как раз сюда будет переливать. Вот, он так сказал. В общем, манго и вишня. Еще вот такой какой-то взяла. Мы попили в машине. Это что-то наподобие колы без сахара. Дальше вот такой сок яблочный микс. Гранат заряд. И вот эти маленькие соки в школу детям взяла. Также масло Благо было вот такое на акции. И здесь сразу по хлебу, да. Взяла вот этот хлеб-бург, мне очень нравится. Делаю в хлебопечке. Вот взяла кубанский и бородинский. Обычно я бородинский беру, пеку. Он очень вкусный, с изюмом, с орешками. Не с орешками, с семечками, наверное, правильно сказать. Вот, и обычную муку, тоже 2 килограмма. И также детям взяла вот такую штучку, она тоже была на акции. Они меня любят фруктовые подушечки. Ну, тут девчачья, конечно. Тут, конечно, девчачьи, но ничего, мои съедят, да коробку выбросят. Как-то так. Вот, хлеба тоже немножко взяла. Вот такой хлеб тостовый лентовский. И вот такой, смотрите, стала новая упаковка. Лента Fresh называется. Свежий хлеб из собственной пекарни. Это вот как раз из тандыра. То, что они делают. Лепешка узбекская, моя любимая.
взяла одну штучку, в машине даже не ела ее, как вы видите. И вот такие еще лаваши мини, ну, что-нибудь сделаем. Так, здесь крекеры, это я тоже кладу с собой детям, ну, в ланчбоксы я показывала уже, как я их собираю. Еще вот такие вот, ну, это просто дома погрызть вкусненько, вот. И конфеток набрала, разные вот такие, «Славянка», «Маленькое чудо», они были по акции, по 50, по-моему, с чем-то рублей за 100 грамм, не помню, честно. Тоже вот такие, это желе внутри, тут ассорти, попробуем. Вот такие молочные трюфели, я вообще люблю трюфельные конфетки, так что супер. Вот такие конфетки увидела, раньше не видела, тортики, да, вот эти вот вафельные, только это в виде конфеток маленьких. Вот такие. И дальше еще вот такие вот. И дальше немного у меня фруктов, овощей, что-то фрукты там не очень как-то в ленте, да и вообще сейчас еще сезонные фрукты не начались, поэтому да. Взяла бананы, веточку, дальше мандарины. Вот такие. Здесь у меня 3 лимончика взяла к чаю, да. И из фруктов это все. Дальше. Потом я в какую-нибудь еще лавочку зайду фруктовую. У нас там должны открыть. И куплю что-нибудь еще. Может, виноградик свеженький, еще что-нибудь. Помидоры. Вот такие, кстати, помидоры уже неплохие. И здесь у меня также огурцы. Также взяла салатик и вот упаковку большую зелени. В последнее время много зелени едим. Поэтому да, капусту, но это старый урожай, я хочу ее потушить вместе с сосисочками, будет очень вкусно, очень-очень. Немножко лука докупила, у меня, правда, дома есть, но еще добрала. И взяла себе вот такую вот тыкву бутылочную, хочу сделать себе такой суп-пюре густой из этой тыквы, прям целую ее сразу и сделаю. Добавляю туда просто сливочного масла блендером. Ну, то есть вначале отвариваю, потом добавляю сливочное масло блендером, и все, получается у меня как такая пюрешечка. И здесь у меня еще 5 килограмм картофеля. Картофель, кстати, очень хороший. Обычно вот такие в сетках я не очень люблю брать, потому что он либо полугнилой, либо еще какой-нибудь. Но в этот раз в сетке он оказался хорошим. Так что, так, проверяльщица моя тут лежит, ждет. Тебе нету ничего вкусного, тебе потом в мясную лавочку зайду, да, моя хорошая. Так что вот такая вот у меня закупка получилась. И давайте покажу вам чек. Ну и сразу же в этом видео, пока вы смотрите цены в чеке, я хочу оставить свой отзыв по поводу шампуня и бальзама La Rosa. Да, может быть, я неправильно ставлю ударение, заранее извиняюсь. И геля для душа и крема для тела Свобода. Значит, насчет шампуня и бальзама. Мне понравился очень. Я буду в ленте, я куплю еще другие, как я сказала, там были с перцем, еще какие-то, то есть разные варианты. Я обязательно себе куплю. Шампунь такой достаточно такой густой, гелеобразный, хорошо промывает волосы, а бальзам хорошо их увлажняет, и у меня с этим бальзамом волосы практически не путаются. У меня на кончиках волосы часто очень путаются, с этим бальзамом такого практически нет. Правда, я еще использую различные масла и несмывайки для волос. Насчет геля для душа, он такой достаточно расходный, то есть быстро будет расходоваться. И, соответственно, крем для тела, как я уже и сказала, это больше похоже по консистенции на сливки для тела. Ну, вот жаркий период времени для легкого увлажнения кожи просто супер. Маску для лица, которую вам тоже показывала в этом видео, я пробовала всего лишь один раз, не совсем поняла, какие-то черные точки, ну, возможно, удалит, если их много. Ну, как-то вот я сильного очищения на своей коже не заметила.